танк. Почти справим с танком. Это не пончик, ты лутер. Спасибо тому, кто кинул на меня смерч. Отдайте этот человек. Да вон хантам можно сока дать запа, а не как срез почти. Что и все, чтоб он успокаился. Самые топовые запы все равно лежат в кельхэм. Гады. Мяко, блин! Ты меня убил! Ну что, просто не понимаешь, что у него не только на запы, у него конкурент еще и на крыльца. Так, я рынок по-быстрому. Там кто-то пачку галимов забыл в зале. Интересно, вот будут ли эти запуски Келя, Роги и Вары роли? Отдельные. Кожа? Ну да, там 290 меткость мастерства. Со всех боссов будут также убивать столько времени, сколько Лара. По-моему, лучше сразу ролить завтра. Они какие 290? Ну, скелли хэм. Да ты забудь про эти забы годика на два. Но, ты видел какие там забы? Мастерство, меткость, кожа, на медведя. Можно мешок эфирии выкидывать, да? Да какой выкидывать? Мне так мастерство не... Вон кислый все говорит о том, что нужно в хардкап упираться, мастерства. Лучше вообще 60 бр. Знаешь, япончик, мы сегодня были в РБК с Денчиком, и там был ДЦ нас хилил, который диспелил даже моего пета. А ты не можешь подиспелить меня. А ты япончик. Пета, получается, я диспелил. А какой друида есть пет? На хенте. Дерево. Дерево. Древнее. Древнее. Усовы. Усовы. Нормально, да? Поиска. Поиска. Она веточками кидается, думает, они дамажат. Да, ну я Илюша свалил технично. Ой, иди наверх. Слушаю и повинуюсь. Угу. Или как там в Варкрафте-то было? Эти. Да, хозяин! Да.
Не, мне больше нравится. Опять работать! Предначертанное. Самое плохое. Такое чувство, что вы с ней только междометие знаете. Да типа бля? Что, что такое междометие? Ага. Как Джей молчаливый Боб, да? Носит ответный удар. Это по большей части переводчикам надо респектовать, а не кино. На американском языке, на английском так прикольно это не звучит. Что, Денчик, ты хочу? А, это ты был, что ли? Я думал, танк какой-то бегает. Волк. В смысле, наверху ты был, да? Эй, что-то плохо бегу, блядь. О, тебе метку дам, чтобы тебя не поебать в следующий раз. Буду знать, что это ты. Забирай. Кто-то знает такой фильм? Что-то там «Тысяча и одна ночь», что-то такое, сказка «Тысяча и одна ночь», что-то такое. Какой фильм? Короче, это старенький. Древнее там. Произведение, ты чё? Нет, это не произведение. Литературное. Там фильм, по-моему. Там баба рассказывает какому-то царю сказки. Ты хочешь сказать, что ты знаешь «Тысяча и одну ночь» только из фильма? Да. По-моему, эту сказку. Сейчас бы Шахерин Даду какой-то бабой называть. Короче, там такая фишка была, что она должна была ему рассказывать сказки, что он типа херово ему не спится, ему там. Ну и вот, она рассказывала сказки. Там вот была сказка про Аладдина, еще про кого-то была. Он сказал, что убьет ее. Ага. Только это ему не ему не спалось, а типа, если бы она не рассказала сказки, то утром был бы ее. Ее бы захерачили, да? Ага. Конечно, не спится, пацану, блядь, сидит баба нахуй и сказки рассказывает. Ебанутая хуйня. Ложилась бы уже, блядь. Драгон написал, что будет через 10-20 минут. Что ли? Мне там джин нравился. Крутой, который крутой. Рыба? Рыба, да? Сейчас, да. Чё? Чё, у тебя губы слеплются? Ну, офнуто у Драгона света нет. Смотрите, я не знаю, что там. Парада на работу. Давайте гильдик. Смысл. Опять не с ним? Лёха не знаю. Лёха бдит. Ну, на стримаке 5 зрителей. Ники не подписаны. Так что неизвестно. Просто. Просто кикнуть можно, Фарада кикнуть можно, чтобы лишний раз них это ЕП не это не убирать. Ну кика, что спрашиваешь? Ты шел? Нет, я не рвал. Слышишь? Любовничек. Любовничек. Да. Че, потусуйся внизу, я заебался внизу бегать. Не-не-не-не, я вверху. Мозар есть. Ты у меня все. Я вон Луцин есть, пусть он бегает внизу. Ты жирная, не, Луцин не доверяю. Опять низко зачем кикнул? Погнали робота тогда в натуре, чё фильм? Всех сказали, всех кикнул. Ой, блядь, робот, зачем? Чего? А чё? Танки авар? Есть, сука, танков? А чё, авар? В смысле, чё, давайте, убивайте авара, куда вы собрались? Ищите танков. Шкаф поставь. А чё искать внутри танка, есть зачем больше? Сейчас ты не трэш можешь? Луцинь, поменяйся, на вторую встань, любовник на первую. Чё, блядь, так и будем, короче, стоять? Чек на пол. Кто и рейлит? А ты? Не понял. Где даёшь? Старый, старый. Вас там тут в Агримаре.
Медведаёж, ты тут? Стоит АФК. Рыбу все пожрали. Приста бафа нет. Ну так дайте. Сейчас сражу. Вот есть приста баф. Медведаёж. Еще проверка. Лапку еще дай, пожалуйста. Короче, его одного нету. Давай, по отсчету начинаем. Кого нету? Медведоиш.